Это всем привет. Ну что, начнем, как обычно, с песни. И снова на пути единорог! Все, друзья, единорог сегодня покинул, к сожалению, наше шоу. Скажу честно, я сейчас нахожусь в Сочи. Сегодня очень много ходил, устал. Сначала не хотел выходить в эфир, потому что дико хочется спать. Но я не могу не выйти в эфир и не поделиться эмоциями от сегодняшнего выпуска. Постараюсь говорить тихо, потому что очень большая слышимость гостиницы, удивительно, почему так. Вот, поэтому, чтобы соседи случайно не постучали, буду говорить немножечко на полтона тише. Ну что, единорог сегодня покинул наше шоу, к сожалению. Господи, сколько ей пришлось выслушать и вытерпеть комментариев после прошлого выпуска по поводу того, что открыли не ее, а солнце. Я, честно, восторгаюсь ее мужеству и отваге. Ей можно давать медаль. Медаль за выдержку. Потому что... Ребята, давайте будем немножко добрее. Ну, правда, вы очень злые комментарии писали по поводу там маски, по поводу еще других людей. Как-то нужно больше позитив нести в массы. Это же шоу, это же не Олимпиада, где люди там борются за какой-то невероятный приз с кровью, потом и всей этой историей. Поэтому будьте немножечко проще в этом плане. Не нужно так... бомбить людей негативом. Да, можете высказать свое мнение, но немножко корректнее. Не все показали в эфире в плане того, что вы не представляете, как много и долго делал выбор Тимур Родригес. Это было, мне кажется, минут 10, потому что ему было невероятно сложно определить, кто уйдет. Либо единорог, либо Белый Орел. Параллельно пытаюсь читать ваши комментарии. Потому что с точки зрения зрителя кажется все просто. Убрать эту маску, и все понятно. Но когда ты находишься в зале, ты понимаешь, что за маской скрывается артист. Человек, который репетировал, готовит номера, также переживает, испытывает эмоции. И поэтому так вот с легкостью сказать, все, единорог, иди, невозможно. И, в общем, там, мне кажется, прошел год. Я уже и сел на сцену, я там посидел. Пока Тимур Родригес говорил свои красивые речи, об этом он мастер, я сказал, что, господи, прошел год. Тимур, пожалуйста, прими решение, потому что у меня на тот момент даже от накала страстей часы разорвались, ремень просто, реально у меня упали часы, я говорю, Тимур, у меня даже, я часов уже лишился, пожалуйста, скажи, кто сегодня снимет маску. Но в итоге маску снял единорог, им оказалась Ирина Дубцова, кто-то считал, что Подольская, кто-то считал, что Ирина Дубцова, но вот такое сегодня было решение. Номера, на мой взгляд, получились максимально фантастические, невероятные в этом выпуске, он был реально смешной, было много смешных моментов в обсуждении жюри и с участниками, и взаимодействии. Сегодняшний выпуск стал таким очень мощным, таким плотным, поэтому надеюсь, что вам тоже понравилось. В общем, нас покинула единорог Ирина Дубцова. Еще у меня было очень много мыслей, которые хотел сегодня озвучить в своей голове, но пока я что-то не могу вспомнить. Вот, пока так. Читал ваши версии, которые вы написали под комментариями, кто скрывается под масками. Как я уже написал, самые смешные, что не валяшка Алла Пугачева. Боже, как вам пришла версия это в голову? И не валяшка Максим Фадеев. Это очень смешно. Читал комментарии на Ютубе, оставляли по поводу того, что это шоу такое, типа, несерьезное, якобы там много бреда. Друзья, но я вам скажу так, это шоу нельзя смотреть по-серьезки, потому что здесь нужно быть ребенком. Ребенком и верить в чудеса. И за всей этой вот такой красочной маской детскости, вы посмотрите, какие фантастические номера. Здесь можно очень многому поучиться, как в музыкальном исполнении, в музыкальной интерпретации известных песен. Сценография, хореография, видеография, или как это правильно называется. Здесь просто взрыв мозга, здесь такой высший пилотаж, поэтому учитесь, используйте это в своем творчестве, что-то перенимайте, потому что я не говорю плагиатить, копировать, но самое лучшее, что сейчас можно придумать, это скомпилировать несколько идей и выдать что-то оригинальное. Поэтому, друзья, вот если через эту призму смотреть на это шоу, то это невероятный кайф. Это просто невероятное наслаждение. Я сам плачу, когда выступают маски. Я сам нахожусь в эмоциональном возбужденном состоянии, реально переживаю за них, за каждого. Я вообще не представляю, как мне придется расставаться со следующими масками, потому что все, кто остался, ну, это прям топ для меня. Все мои любимые маски, которых я безумно люблю, уважаю. И с каждым выпуском будет все сложнее и сложнее. А еще печальнее осознавать, что осталось сколько получается? Чуть меньше месяца. Даже почти месяц, да, и проект уже закончится, и второй сезон подойдет к самологическому завершению.
Слава, ждем кавер. Как ты пел кавер «Солнце», так нельзя, это удар под дых. Спасибо большое, очень приятно. Кто не смотрел, переходите на мой YouTube-канал. Кому удобно, смотрите в Instagram, ставьте колокольчики, подписывайтесь. И это кавер на песню «Солнце». Сразу скажу, кавер на песню «Стена» я петь не буду. Ну, это прям слишком женская песня. Тут песни «Унисекс» не получится. Но я могу сказать точно, что я сейчас готовлю новый кавер одной из масок. И вообще у меня получилось, пока рождается вообще совершенно новая песня, новая версия, я бы сказал, перерождение легенды, легендарного хита, и я надеюсь, что вам очень понравится. И в идеале бы хотел еще снять какое-нибудь интересное атмосферное видео на эту песню, так что новый кавер готовится. А какой крокодил сегодня был сумасшедший, мама дорогая, вот это фирмач, и это расщепление, эти мелизмы, это такая сложнейшая песня. Я был просто в восторге сегодня от выступления именно вокального крокодила. Там какой-то капитальный красавчик, хотя я этого красавчика раскусил на песне «Кофе, мой друг», но я не буду говорить, кто это. Ну, потому что, мне кажется, моя версия, ну, слишком правдивая, максимально правдивая, но не скажу, кто это. Сегодня узнал и приятно удивился, что победитель «Ну-ка, все вместе» — это круто. Нет, друзья, я не победитель «Ну-ка, все вместе», я финалист, я не выиграл это шоу. И знаете, что я скажу? Я, к счастью, что не выиграл это шоу. Я вообще не люблю в каких-то крупных шоу занимать первое место. Это вот вообще не моя история. Я никогда не хотел вот именно быть победителем в каком-то вокальном шоу. Я сегодня до инсульта прям, это было что-то. Да я сам переживал. Господи, когда Тимур Родригес сделал между орлом и единорогом выбор, я думал, сейчас у меня взорвутся все мои капилляры и мои психоэмоциональные связи в голове. Я думал, господи, что ты делаешь? Пожалуйста, скажи уже, кто сегодня снимет маску. Но он тянул интригу очень долго. Жалко, это не показали в эфире, потому что, ну, понятно, есть хронометраж передачи, но в целом это было очень запоминающееся действо. Шастун зайца, Шастун ростом 1,97 м. Нет, это точно не Шастун, потому что Антон Шастун выше меня. Я 1,89 м, а он 1,97 м, поэтому там точно не заяц. Шастун, не в обиду, но он дылда. Как перестать шиперить Никитоса и змею? А все, он просил передать, что он теперь с крокодилом. Потому что трилогия со змеей, их сериал закончился на сегодняшней очень юмористической ноте. Какие маски пройдут в финал? Но я уже говорил свое предположение. Мне трудно выбрать. Это все покажут моменты здесь и сейчас. Так как маски все остались сильные. По факту. Ну, то есть змея, неваляшка, крокодил, носорог, лама. Вот для меня 5 человек, а кто из них как бы пройдет в финал? Ну, я не знаю, 4 же маски пройдут в финал. И кого из них выбрать, я не знаю. Решит, опять же, номер, который будет показан здесь и сейчас, не имея к отношению, мне кажется, к прошлым заслугам масок. Как Алла Виктория отреагировала, что единорога открыла? Я, к сожалению, пропустил этот момент, но можете зайти ко мне в сторис. Дети плачут, дети очень сильно восприняли эту историю эмоционально, они плакали, переживали, что больше не будет такой маски, как единорог. Но не расстраивайтесь, мои дорогие детишки, возможно, единорог скоро появится в этом шоу, ну, в этом году, по крайней мере, надеюсь, что точно. Хочется, чтобы орла открыли, чтобы убедиться в правдивости своей версии. Да не в версиях счастья, не в версиях, а в тех номерах, которые показывают маски. А на шоу приглашает всех абсолютно из медийных личностей или есть ограничения? Известный человек, которого знает, ну, большинство людей в этой стране. Кто-то менее популярный, кто-то более популярный артист, кто-то более популярен, там, я не знаю, в интернет-индустрии, кто-то в телевизионной. Ну, то есть всех возрастов пытаются охватить, все возраста, и молодые, и там другое поколение, там, из 90-х, может быть, даже 80-х. Поэтому здесь разброс личностей очень широкий, невозможно определить кого-то точно. Шоу – это прямой эфир или это запись? Это запись, это не прямой эфир, но по факту все снимается в прямом эфире. Там нет какого-то дубля, пересъема, все снимается как единый концерт от начала до конца. Поэтому это запись, но можно сказать, что это прямой эфир. Будут ли приглашенные маски? Друзья, я не знаю, можно ли мне отвечать на этот вопрос, поэтому я не буду отвечать на этот вопрос. Но по моей улыбке вы понимаете, как я отвечаю на этот вопрос. Поэтому делайте вывод, как я ответил на этот вопрос. Как думаешь, под маской зайца может быть Арарат Кещян? Может быть, почему нет? Я не знаю, как поет Арарат. А как поет наш Арарат, не знаю я. Кстати, я уже говорил об этом
прошлый раз в автор-шоу, что в прошлом сезоне в финале было три прекрасные половины человечества в маске и был один мужчина. Это лев. А в этом сезоне у нас осталась только змея. То есть в этом сезоне мужики поднапряглись, показали свой хороший вокал, и поэтому они вырвались в лидеры. Так что у нас осталась мощная компания и одна змеюка, которая выжила всех своих конкуренток, всех своих, скажем так, подруг, и теперь тешит свое эго и самолюбие среди прекрасных, талантливых мужчин, оставшихся в шоу «Маска». Змея, респект. Так может не каждая. Ребята, я честно скажу, я пародию на себя еще не смотрел. Мне сегодня очень много пришло сообщений, что в проекте, в котором я когда-то принимал участие в «Однажды в России» на ТНТ, была сегодня пародия на шоу «Маска». Пародию я еще не смотрел. Как посмотрю, мы обязательно с вами обсудим это в прямом эфире. Я так понимаю, наверное, уже в следующем выпуске. Поэтому обязательно посмотрю и уже обсудим, обиделся я или не обиделся. Но, забегая вперед, наверное, вряд ли я обижусь, потому что я объясню свою позицию по этому поводу. В конце концов, я принимал участие в этом шоу, знаю его изнутри, знаю формат, и я готов вообще к любой шутке в свой адрес именно из уст этой передачи. Поэтому я думаю, вряд ли у меня будут какие-то обиды. А если у меня будут какие-то обиды, я просто... У меня есть номера телефонов этих людей. Просто черный список, что там, заблокировать. И отправлю им эмоции Азизы. И какое-нибудь заклинание. Айс Моргенштерн? Ну нет, это точно не Моргенштерн. Уже понятно. Мне кажется, если бы Моргенштерн, он бы мутюкнулся бы в каком-нибудь выпуске. Так точно. Как думаешь, когда Носорог пел песню «Адажио», Регина реально плакала или нет? В смысле? Да она в слезах была. Да я плакал после этой песни. Я вам клянусь, у меня были глаза на мокром месте, потому что это очень эмоционально. Ты достаешь в этот момент какие-то такие свои глубинные истории из подсознания, которые были так или иначе с тобой случавшиеся в жизни, и ты переживаешь эти чувства. И, кстати, была хорошая идея, предложенная подписчиками, тоже мне попробовать сделать кавер на «Адажио». Я подумаю над этим обязательно. Я подумаю, потому что песня действительно очень непростая и легендарная. И если дойдут у меня до нее руки, я обязательно это сделаю. Друзья, я, как вам говорил, у нас готовится у меня несколько дуэтов из первого сезона шоу «Маска». Несколько дуэтов. Один дуэт уже записан. Не буду говорить с кем. Мне кажется, вы даже не догадаетесь с кем. Реально не догадаетесь. Но один дуэт... Вы точно догадаетесь, с кем, а другой дуэт, который записан, вы не догадаетесь, с кем. И я надеюсь, что в апреле-мае мы обязательно презентуем эту песню, и она вам понравится. Я даже вам дам небольшой спойлер. Песня называется «Любовь без повода». Как долго снимается каждый выпуск «Маски»? Ну, смотря что вы снимаете. Ну, вот прям вот от начала до конца один выпуск снимается, ну, 6-8 часов. Ну, как правило, 8. 6-8. Скорее всего, 8, да. Помимо этого еще может сниматься там, мои там, рекламные какие-то вещи, плюс подготовка. Ну, в целом я провожу на площадке около 12 часов, реально. Трудовой день длится 12 часов, поэтому съемки довольно-таки непростые. Но, как вы видите, проект стоит этих жертв, этих стараний, потому что получается такая мощная картинка со всех сторон. Поэтому мы, правда, очень стараемся, чтобы вы получили искреннее удовольствие, находясь в своем городе где-то, и вот через экран мы передаем эту энергетику. Я даже не боюсь представить, сколько человек трудится над этим проектом, но это стоит того. Каково было делать вид новогодней маски, хотя на момент записи был не Новый год? Ребята, это нормальная практика. Я могу поверить в праздник, хоть час вы мне скажите, что сейчас Новый год. И я вам устрою новогоднее настроение, как минимум. Это наша профессия, ребята. Мы на это учились и с удовольствием это делаем. Обращайтесь, если вам нужно создать праздник посреди лета. Почему из 8 часов мы видим только 2? Иначе бы тогда на телеканале НТВ не было ни одной бы программы, кроме шоу «Маска». Мы показывали бы только ее круглые сутки, если бы программа шла по 8 часов. Коснись носа, если в следующем выпуске змея не будет в номинации. Вот вам и спойлер. Скажите, артисты выбирают себе маску уже из готовых костюмов или костюмы специально под участников? Они выбирают эскиз, а уже, собственно, под их телосложение шьется костюм, чтобы им было в нем комфортно двигаться.
перемещаться, чтобы там ничего им не давило, не сдавливало. Единственное, как бы, ну, только вот, вот эта вся история, вам, вы будете потеть и будет трудно дышать в ней, а в физическом плане будет довольно-таки комфортно. Слава, хочется чая, что посоветуешь? Кофа или цикорий? О, цикорий посоветую. Какое у вас образование? Актер драмтеатра и кино? Нет, я вообще по образованию инженер машиноаппаратов химических производств. У кого есть техническое образование, всем привет. Кто не видел мой кавер на песню «Солнце», обязательно посмотрите. Мне будет приятно. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, это вообще будет двойное счастье. Помимо этого, я готовлю новый кавер на песню одной из масок, но это будет, получается, через неделю. Надеюсь, сниму на это видео. Вот, сейчас я нахожусь в городе Сочи, что-то успел посмотреть, что-то не успел. Про достопримечательности, я не знаю, интересно вам будет этот эфир посмотреть. Может быть, я сделаю отдельный какой-то выпуск и расскажу, как я посетил какие-то курортные интересные места в Сочи, что стоит ходить, куда не стоит ходить, что, куда стоит тратить деньги, куда не стоит тратить деньги. Но с таксистами здесь ездить реально страшно. Они просто безбашенные. У них нет никаких правил. Ребят, всем спасибо большое за эфир. Увидимся совсем скоро. Скоро будут съемки нового выпуска. И если получится, я, может быть, даже оттуда что-то поспойлерю. Ну так, лайтово, лайтово. Чтобы меня потом не прихлопнули приятными доносящимися словами от руководства. Все, всех обнял, всем радужных снов, и, как сказал наш великий председатель, радуга — это прекрасно. Добрых снов, пока-пока.